Овчарка по кличке Кай с 2014 года помогала своему хозяину-ветерану справляться с посттравматическим синдромом. Она часто летала с хозяином на самолетах около 320 раз. Недавно, к сожалению, у собачки обнаружили недуг, из-за которого она больше не сможет летать на самолетах, и хозяин отправился с любимицей в последний рейс. Немецкая овчарка по кличке Кая больше, чем просто собака и любимица. Она была верной служебной собакой ветерана морской пехоты, американца по имени Коул. Собака помогала мужчине справиться с посттравматическим стрессом после работы в зоне военных действий. Когда он уволился из морской пехоты в 2014 году, врачи прописали ему лекарства и терапию, но, казалось, ничто не помогало. Когда у него появилась Кая, все изменилось. Когда у мужчины появилась Кая, ей было всего 10 недель. В 2015 году овчарка прошла необходимое обучение, она знала, как разбудить хозяина, когда ему снились кошмары, и остановить его приступы тревоги. Если она подозревала, что Коул расстроен, она подпрыгивала и целовала его, чтобы успокоить. Обучение питомицы стоило немало, и не все ветераны могут позволить себе служебную собаку. Поэтому Коул принял участие в запуске программы помощи ветеранам PAWS, которая предоставляет ветеранам служебных собак, если им это необходимо для борьбы с недугами. Он вместе с Кай летал по разным городам, участвуя в мероприятиях и встречаясь с сенаторами. Ему удалось добиться введения новых правил в отношении ветеранов и служебных собак. К сожалению, в конце 2022 года ветеринары диагностировали Кая неизлечимый рак. Это случилось после того, как хозяин заметил странную шишку на лапе питомицы. До этого Кая летала на самолетах с владельцем 320 раз, включая поездки на мероприятия и встречи. Недавно собака совершила свой последний перелет. Хозяин предупредил об этом экипаж, и пилот сделал объявление о том, что на рейсе присутствует особый пассажир, рассказав о Кае. «Все пассажиры аплодировали геройской собаке. Она сделала меня лучшим человеком. И спасла мою жизнь», — сказал хозяин. «Спасибо этой геройской собачке за то, как она помогала своему хозяину все это время. Теперь она будет отдыхать от своих служебных обязанностей, но многие люди будут навсегда ей благодарны».